Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исход». И сегодня мы будем читать 21 главу этой книги. Мы рассмотрим законы о рабах, законы об актах насилия, Законы о телесных повреждениях, и мы рассмотрим закон о быдливом быке, который очень актуален, особенно когда мы живем в больших крупных городах. Итак, 21 глава, с 1 стиха и ниже, мы находим такие слова. И вот законы, которые ты объявишь им, если купишь раба еврея, раб еврея это означает э, раб верующий, а пусть он работает тебе шесть лет, а в седьмой год пусть выйдет на волю даром, то есть по отношению к верующему, который соблюдает праздничные дни установленные Богом, его можно было держать в рабстве шесть лет, седьмой год э, освободить. А в применении к нашей современной ситуации раб верующий это верующий должник, который нам что-то должен, и мы взимаем долг, предположим в течение какого-то времени, а потом под какой-то большой праздник мы освобождаем его от этого долга. Если он пришел один, пусть один и выйдет а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. То есть давая свободу материальную человеку, мы проявляем заботу не только о нем, но и о его семье. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет, люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его пред богов, а боги это судьи, элогим, это не идолы, и поставит его к двери, то есть в присутствии судей, или косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Но вечное рабство на земле невозможно, поэтому речь здесь идет о Господе, рабами которого мы становимся, или сначала у человека жена стала рабой Божией, дети уверовали, а он еще не уверовал. И чтобы ему попасть в вечное общение со своими в будущем, он должен принять веру. А шилом протыкали ухо, как сказано, имеющие уши, дослышат. То есть проткнутое ухо – это слышащее ухо. Это то, которое открыто для благовествования. И он останется рабом его вечно. Ну, в земной жизни ничего вечного нету, поэтому это ремес – намек на духовное толкование. Если кто продаст дочь свою в рабыне, то она не может выйти, как выходят рабы, если она не угодна господину э, своему, и он не обручит ее, а пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее, господин невластен, когда сам пренебрег ею. То есть он, если берет девицу, он должен с ней обручиться, иначе он должен ее отпустить. Э, в русском народе понимали буквально. Прошелся с девицей по селу один раз женись. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочери. Вот здесь прецедент, что если у отца сын женится и появляется в доме невестка, свекор должен относиться к ней как к дочери. А если же другую возьмет за него, то есть за своего сына, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. Тогда допускался многоженство. То есть, кроме этой бывшей рабыни, которая становится женою, он берет другую, но относиться должен одинаково. А если он всех трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. То есть она освобождается, если для нее не могут создать нормальные условия. Далее идут э, законы об актах насилия, те законы, которые мы рассмотрели, законы о рабах. Законы об актах насилия, это с 12 по 17 стих, кто ударит человека, так что он умрет, то будет предан смерти. То есть любой человек предается смерти. А, но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки Его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийцы. Это закон о непреднамеренном убийстве. А если кто с намерением умертвил ближнего коварно и прибежит к жертвеннику, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Люди прибегали к жертвеннику, когда их обвиняли в серьезном преступлении, и они хватались за рог жертвенника. И их не имели права взять на казнь, без судебного разбирательства. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Потому что отец и мать – это образ самого Бога. Человек, у которого конфликт с родителями, у него конфликт с Богом на самом деле. Потому что родители – это икона Бога. Кто украдет человека из сынов Израилевых, то есть из верующих, и, поработив его, продаст его, или найдется он в руках у него, то должен предать его смерти. Похищение человека – это очень серьезное преступление. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто ударит отца или мать, или злословит отца или мать, наказание одинаково строгое. Потому что если человек так относится к тем, которые его породили, кажу, он относится ко всем другим. Далее идут законы о телесных повреждениях. Когда ссорятся двое, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший его не будет повинен смерти, а только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. То есть человек должен оплатить все медицинские издержки. А если кто ударит раба своего или служанку свою палкой, и они умрут под рукой его, то он должен быть наказан. Наказание адекватное. Но если они день или два дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. Что значит его серебро? Он должен был потратиться на их лечение, но если ничто не помогло, что же делать? Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить, он ее при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу. То есть раба ударил палкой, он умер. Тебя убьют. Рабы не ударил палкой, она умерла. Тебя убьют. А если будет вред, то отдай душу за душу. Глаз за глаз, зуб за зуб. Руку за руку, ногу за ногу. Обожение за обожение. Рану за рану. Ушиб за ушиб. Вот здесь мы видим, что Божьи законы о рабах самые гуманные в то время, потому что в то время раб не считался человеком, он считался вещью. Римские матроны ходили голые в присутствии рабов, потому что они не стыдились их. Они считали, что раб – это как комод или сундук. Никто же не стыдится свою мебель, а здесь такая серьезная ответственность за любой ущерб, который наносится рабу. Это очень были прогрессивные э, законы. А если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. И если выбит зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустят их на волю за зуб. Если вол забодает мужчину или женщину, закон о быдливом быке очень актуальный для современных российских городов. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мясо его не есть а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен осем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, а хозяина предать э, смерти». В каком случае закон о быке актуален для городской жизни? применение городской жизни, закон о быдливом быке, это закон о кусачей собаке. Если у хозяина есть собака, и он знает, что она кусачая, и он без, намордник, без намордника вывел ее на улицу, и она кого-то укусила, он должен возместить ущерб. Если на него наложен будет выкуп, то есть на хозяина быдливого быка, Пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. Сына ли забодает, дочь ли забодает, по всему же закону поступать с ними. Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 сикелей серебра, а вола побить камнями. А сейчас о строй площадках. В городах очень много стройплощадок. Смотрите. Если кто раскроет яму или если выкопает яму и не покроет ее и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа, то пусть... Продадут живого вала и э, разделят пополам цену его, также и убитого пусть разделят пополам. То есть видите, как эти законы они применимы и к современной жизни, потому что Слово Божие живо и действенно. Если человек там организовал организовал какие-то строительные работы рядом с каким-то домом, там траншеи выкопали. Не дай Бог, кто-то упадет, он будет отвечать по закону Божию. А здесь опять законы о бодливом быке, то есть забодают до смерти. А если известно было, что вол бодлив, а в нашем случае это кусачая собака, было вчера и третьего дня, но хозяин его, быв Извещен осем, не стерег его, то должен заплатить за вала, вала, за вала, то есть э, ту сумму, э, какой ущерб нанесен, а убитый э, будет его. То есть э, пострадала ли наша скотина, э, пострадали ли наши люди, или мы сами, э, за все должно быть возмещение. Итак, сегодня мы окончили чтение 21 главы книги ⁇ Исход ⁇ Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 22 главу книги ⁇ Исход ⁇ Подписывайтесь на библейский портал ⁇ Экзагет ⁇ чтобы вовремя получать сообщения о тех новых беседах, которые выходят на нашем портале. Спасибо Вас, Господь, берегите себя.